заповедные места. Мое детство позабытое навсегда осталось там. Я немало испытал, но любить не перестал. Те места, что душу трогают, заповедные. Люди с неограниченными возможностями, это они доказывают постоянно, и в жизни, и в спорте, и на сцене. Пример тому ежегодный фестиваль творчества инвалидов «Феникс». 30 ноября он прошел в Доме культуры имени Кирова. В программу концерта вошли номера людей с ограниченными возможностями. Выступили они совместно с творческими коллективами. Справляться с трудностями дело непростое, особенно если есть серьезные ограничения по здоровью. Илгиз Максумов, несмотря на инвалидность, выступил на сцене с танцевальным номером. Второе название у такого праздника – День добра и милосердия. Поддержать особенных участников на концерт пришли многие. Работники социальной сферы – одни из тех, кто хорошо знаком с проблемами и успехами инвалидов. И в этот день, и всегда хочу вам пожелать прежде всего много-много здоровья, сил, терпения, оптимизма, активной жизненной позиции. Но мы вам всегда в этом поможем. Большое вам спасибо. Всего на фестивале было показано 7 творческих номеров. Их можно будет увидеть в полной версии концерта в эфире «Инсид ТВ», начиная с 5 декабря.